Всем привет! Вы на Флагман ТВ, и с вами Евгений Чертенко. Итак, ребята, сегодня наш сюжет посвящен очень важному событию, а именно турниру Flagman Feeder Masters, который проходит в Словакии. Находимся мы между двух городов, Паважская Быстрица и Бича, на реке Ваг, где и проходит данный турнир. Если говорить о самом турнире, то формат у него двойки, то есть по два спортсмена в команде. На данный момент зарегистрировалось 40 команд. Сами понимаете, огромное количество участников. Самое главное, что призовой фонд 10 тысяч евро. Я вам скажу так, что это, в принципе, небывалые призовые для Восточной Европы. Если говорить о самой реке, то река Ваг очень интересная. Здесь водятся такие рыбы, как усач, карп, лещ, подлещ, подус. Ну, то есть огромный видовой состав рыбы. Река такая очень сложная. Ребята ловят тяжелыми кормушками, начиная от 100, заканчивая 180 граммами. Поэтому мы сейчас пройдемся по водоему, познакомимся с нашими командами. Под знаменами Флагман выступают в этот раз целых 8 команд. Вы со всеми познакомитесь, они вам дадут интервью. Я думаю, что будет очень интересно. Много рыбы, впереди 2 тура соревновательных. Поэтому рубрика «События», Флагман ТВ, ставим лайки, погнали! Добрый день. Добрый день. Мы команда «Флагман Минск», приехали из Беларуси. Меня зовут Александр Розин, это Евгений Нюхтилин. Мы будем ловить сегодня на этом водоеме. Он богат у нас карпами и крупными лещами. Вот. Я вообще на этом водоеме уже раз 5-6. Это река Ваг, обводной канал. Он притягивает просто неимоверным количеством рыбы. Крупный лещ, усач, моя любимая рыба. Вот сейчас мы поймали среднего карпа, Женя вытянул. Да. Вот, поделись впечатлениями, кстати. Поклевка была очень мощная, удилище начало сильно прыгать. Карп повел влево. После того, как мы его вываживали минут от 3 до 5, завели в подсак. И все, отличная фотосессия. Да. Вообще, я возлагаю очень большие надежды на этот турнир. Все нравится, столько команд, будет высокая конкуренция. В общем, все нравится. Всем привет! Мы команда «Флагман Беларусь». Александр Бурак и Михаил Костечко, капитан нашей команды. Мы приехали в Словакию на турнир «Флагман Feeder Masters». Второй раз принимаем участие в этом турнире, но на этом замечательном водоеме мы впервые. Но уже успели хапнуть немножко адреналина, вываживали карпа, вываживали леща. Все как-то стремительно и быстро происходит. Пока все очень нравится, организация, я думаю, будет, как всегда, на высшем уровне. Есть чем сравнивать. Вчера, в прошлом году мы были в городе Украинка. Кстати, стали бронзовыми призерами турнира. Надеемся в этом году повторить хотя бы прошлогодний успех. Приветствую, меня зовут Узанов Сергей. Я из Москвы, Александр Аглицкий из Санкт-Петербурга. Мы представляем команду «Флагман Россия». Находимся на водоеме в Словакии. Очень классная природа, достаточно много рыбы. Она, правда, капризничала с утра. Мы подбираем ключики, пытаемся ловить. Очень приветливая страна. Рады всех видеть друзей, соседей по границе и так далее. В принципе, рыбалка нам нравится. Водоем напоминает даже наш водоем, и в России рыба клюет такая же, подлещик, лещ пока. Ничего, ну как бы, сначала нам показалось, что здесь достаточно сильное течение. Приехали с учетом того, что будем ловить очень крупную рыбу, усача, сазана, но попали сейчас на леща, нам, в принципе, очень нравится. Погода хорошая. Всем привет, мы команда «Флагман Днепр», приехали из одноименного города Днепра. Находимся мы в Словакии на соревнованиях «Флагман Feeder Masters». Роскошные соревнования, обалденная природа, изумительные горы за спиной, изумительный водоем, клюют лещи, ну, должны клевать лещи, парочку штук мы поймали, с остальными разбираемся. Здравствуйте, друзья! Мы находимся в Словакии, на канале возле реки Ваг. Наша команда «Флагман Дио», что в переводе «Сушите весла», команда с историей, с названием хорошим. Сегодня провели первую тренировку, половили подлещиков, таких были лещи, которых здесь называют лопаты. Вот, усача особо не видели, вимбочка попалась, в принципе, ерши еще. Но я поймал карпа. Алексей завалил большого карпа. Немножко разбираемся потихоньку, есть уже мысли. Сегодня повяжем удочки, поводочки, пообсуждаем все, и завтра еще один тренировочный день. Ты знаешь, что делать завтра? Рыбу ловить. Самое ключевое правило всех соревнований – ловить рыбу. Чуть больше остальных? Да. Хочу сказать от себя, что в Словакии я первый раз нахожусь на такой интересной реке с таким переменным течением. Разная есть рыба, ее много, есть свои предпочтения, но очень похоже все-таки на реку Днепр. Какие-то вот есть что похоже. Нарезал червя, добавил мотыля, посильнее забил в кормушку и поймал леща. То есть примерно так оно происходит у нас. Ну, первый день всегда такой спонтанный, много было, 1000 километров позади уже, и у кого-то было много соревнований еще перед этим. Так что пока разбираемся, тренируемся, всем передаем привет. Всем привет! Мы команда Flagman Feeder Masters из Украины. Меня зовут Алексей Страшный, это Евгений Бугла. Мы находимся в Словакии. Водоем очень интересный, необычный. Вчера у нас прошла первая тренировка. Она, к сожалению, не была для нашей команды успешной. Вот мне удалось поймать 2 рыбы, 2 больших рыбы. Женя поймал 4 или 5, но в целом наш улов по сравнению с местными рыболовами, словаками, отличается в 5-7 раз и в худшую сторону. Поэтому я надеюсь, мы сегодня сделаем правильные выводы, и рыба у нас будет клевать так же, как у них, или же не хуже. Да, в составе Сергея Рыбки и еще небольшой команды у нас есть тренерский состав, который собирает сейчас для нас информацию. В принципе, информация есть что проверить, наработки какие-то появились, крючки, поводки. То есть сегодня у нас контрольная проверка, и я думаю, что завтра всем покажем супер класс. Да, болейте за нас, болейте за Украину, всем покажем. Dobrý deň, moje meno je Jan Lantaj, toto je Milan Melichar, flagman Slovakia tým. Vítame všetkých účastníkov v Biči na rieke Vag. Čo sa týka rybolovu, loví sa tu prevažne pleskáč, sem tam kapor, nejaká mrena. A dúfame teda, že všetci budú spokojní, je tu strašne veľa rýb, sú tu ľudia zo 7 štátov, takže uvidíme, ako dopadneme a prajeme všetkým účastníkom čo najviac pekných zážitkov a veľa rýb. Witajcie, ja nazywam się Mateusz Przebęda, jestem tutaj z Łukaszem Jerakiem, jesteśmy drużyną, która przyjechała na zawody z Polski, drużyna Flagman Polska. Osobiście jestem pierwszy raz tutaj nad tym kanałem, szczerze mówiąc wędkujemy tutaj przez około 15 minut i pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, jest tutaj sporo fajnych leszczyków, bardzo sportowych ryb, pomiędzy 200 a 500 gramów. Także myślę, że zawody będą bardzo fajne. Bardzo zaskoczyła mnie organizacja samych zawodów. Szczerze mówiąc, no naprawdę jestem zaskoczony. Bardzo podoba mi się to, w jaki sposób wygląda otoczenie, w jaki sposób wszystko jest tutaj zorganizowane. No i co najważniejsze, bardzo podoba mi się też atmosfera samych zawodów, także no na razie odbieram wszystko w bardzo taki pozytywny sposób. No i mam nadzieję, że będzie tak dalej, a ponad wszystko, że uda nam się tutaj przez najbliższe 3 dni bardzo fajnie połowić. Ну что, закончились все официальные тренировки, и буквально через 3 часа стартует соревнование Flagman Feeder Masters. Что хочется сказать, очень изменчивая погода. Из-за того, что в этой местности горы, здесь то дождь, то солнце, то ветер, то жара. Ну, в общем, погодные условия очень непонятные. В день может 3 раза пройти дождь, 3 раза выйти солнце. Из этого соревнования еще сложнее. То же самое все осложняется течением. Течение то сильное, то слабое, то его вообще практически нету. Это тоже еще одна трудность для наших спортсменов. Но мы держим кулаки за команды «Флагман», болеем обязательно за команды «Флагман Украина». Поэтому соревнования «Фидермастерс» начинаются. Впереди все самое интересное. Рыбалка, конечно же, взвешивание. Поэтому болеем, держим кулаки, ну а мы погнали. 6000, 0,70, 4100, 5570, 7400, 6210, 210. 9870. 920. Не, ну такое более или менее. 6170, 7800 ровных. Ну, мало даже пилюли. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо, хорошо. Ух, красавчик. 13830. Jedenáct tisíc, 680, 10120, 5470, 5470, 1 2018 Петер Боржаний, Slovensko. На другом месте соуместнил Владимир Хойстрич, Slovensko. Flagman Feeder Masters 2018 sa stal Alexej Púhač, Ukrajina. Ребята, это был турнир Flagman Feeder Masters, который проходил в Словакии. Вы сами все видели. Команда наша из Украины, ребята, выиграли второе место. И Леха Пугач первый в личке. Это дорогого стоит. Ребята первый раз на водоеме и сделали это. Ну, вы, как всегда, были на Flagman TV. С вами был Жека Чертенков. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Что надо всем сказать? Сушите весла!